Ukrainian Fashion Week. Лучшие показы недели моды в Украине. Их просто нельзя пропустить. Пойдем смотреть. Будет модно в этом сезоне. Вот я очень обратила на вас внимание, прям захотела вам задать вопрос. Что будет модно? Ты знаешь, то же, что и всегда, в принципе. Что? Модно быть не модным. На самом деле уже давно в моде бомж-кутюр. Постоянный тренд. Мужчины рекомендуют чистая обувь, чистые трусы, сменные носки всегда с собой. Модно, мне кажется, чтобы не было этих перьев. Натурально. Отсутствие макияжа становится модным. Отсутствие накладных ногтей, накладных ресниц. А это кто? Человек. Вот я и не пойму, кто из них бомжи, а кто ламберсексуалы. Ламберсексуалы – это стильные, мужественные и неизменно бородатые. Так выглядят Стинг, Данила Козловский, Дэвид Бекхэм и Антон Равицкий. В этом зимнем сезоне, как это ни странно, модные принты, анимальные принты, такие большие бомберы. Так, недавно наблюдал бомжей, они самые стильно одеваются вообще на районе. Я думаю, что в этом сезоне модна дерзость и скромность. Поэтому как-то так вот, знаете... И живем. И живем. Вот, да. Ну, главное, чтобы это было красиво. Красиво, стильно. Ну, конечно, дорого, эффектно. А что вот обязательно надо выбросить? Вот нельзя это надевать, нельзя носить. Леопард. Для меня персонально. Леопардовые раскраски, принты вот эти все. Если у вас, люди, дома есть леопардовые вещи, отдайте их обратно леопардам. Пожалуйста. Они так себе придумали, показали. Правильно показал. Правильно, да. Меховые жилетки. Раз. Все. Нужно беречь животных и избавляться от мехов. То есть дорого-богато уже не в моде. Извините, так нельзя одеваться. Ну, я к мехам ровно дышу, поэтому... Вы не понимаете, это такая... Беда? Беда? Да. Есть шевчонка? Соврать или правду сказать? Правду сказать. Ну, есть у меня шевчонка. Одна? Ну, две. А вообще гардероб сейчас находится в вашей голове. Хорошо, скажи, вот ты как девушка, ты же выходишь, да, вот из дому, ты на себя 100% смотришь в зеркало. Да. Ты всегда довольна? Ну, нет, конечно, нет. Да, разве вы на себя смотрите, вы себе не нравитесь? Не всегда. Ну, хорош врать. Часто, часто бываю с собой недовольна, и это нормально. Sorry. Сори, девочка. Знаете, иногда вот выхожу из, значит, из дома, смотрю на себя в зеркало, так смотрю на часы, и день прошел. День прошел. Да. Нормально. О внутреннем надо думать, а о внешнем. Вот это самый главный дресс-код 2016 года Ukrainian Fashion Week. А что бы вы в своей внешности бы изменили бы? Ну вот есть же такое, мне не нравится. Ну мне, я мне бы себе очень... сделала грудь третьего размера. А у вас разве не третьего? Нет. Я бы не увеличила грудь. Нет, это пусть другие звезды меняют. Это вы опомнили, да? Ну, я не знаю. Каждый вы сейчас на конкретную намекнули. Да вы что? Да. Я хочу довгі волосся, довгі і дуже густе, щоб можна було його на одну сторону, потім так іншою рукою на іншу сторону, і так постійно робити, робити. Я би додав собі от широкоплечості. Це красиво. Такие большие уши, Нос такой большой, хотел бы еще побольше нос. Побольше нос? Да, да. И зубы такие кривые бы хотел, Вот хотел бы, да. Я бы изменил фигуру. Я ее меняю и меняю еще. Нет ничего более модного, чем спортивное тело. Потому что на него что ни одень, хоть просто шнурок на шею, все равно будет красиво и модно. Ну, правильно? Правда, вот.